Мы на выставке CPM-2019. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Здравствуйте, я консультант-эксперт, меня зовут Захарова Екатерина. Я консультирую розничные компании и оптовые компании в части мерчендайзинга, трейд-маркетинга и любого локального маркетинга вашего товара на полке магазина. Основная моя, наверное, деятельность связана именно с эффективностью, с расчетом математической эконометрики, с размещением товара, с пониманием, как и почему мы продаем, с категорийного менеджмента, с которого начинается на самом деле выкладка в магазине, будь то одежда или продукты питания или товар народного потребления. Мы очень много даем, вот с коллегами я подключаю людей, которые занимаются и светотехникой непосредственно, и категорийным анализом более глубоким, если надо. Мы даем комплексный подход, который уже живет последние лет 20, но тем не менее все инструменты до сих пор еще не используются в наш век передовых цифровых технологий. До сих пор еще какая-то аналитика проходит в Excel, и очень важно понимать самый простой инструментарий для владельца магазина или для владельца бренда, который продает в магазине, который позволяет очень быстро проанализировать ситуацию и сделать какие-то изменения, которые приведут к повышению продаж. Самый простой инструментарий – это что, если кратко? Допустим, это анализ ассортимента с точки зрения легкого категорийного анализа, который позволяет, в общем-то, быстро проанализировать, что у нас продается с полки, что у нас не продается с полки, какой товар является на самом деле базовый, какой приоритетный, и, исходя из этих данных, уже поменять выкладку, презентацию на полке. Товары народного потребления – это увеличение продаж где-то там порядка 15-20%, а продукты питания можно увеличить до 45% продажи. Отлично, спасибо большое за этот ликбез и хорошего вам дня.